30 июля 1994 года все бардовское сообщество было потрясено известием, пришедшим из Израиля, о том, что в Средиземном море Евгений Исаакович Клячкин перестал дышать, жить, остановилось его сердце. И прошло 30 лет с этого печального события, ему было всего 60. И в том же году, 1994, появилась традиция отмечать печальную дату его ухода в Петербурге, на Васильевском острове, где он жил, на Неве, у стрелки Васильевского острова. И 26 лет эта традиция сохранялась благодаря энтузиастам Наталье Акуратовой, Михаилу Кане и, конечно же, Леониду Левину, которого мы сегодня тоже вспоминаем с благодарностью. Но, к сожалению, события нашей действительности последние несколько лет не разрешают нам проводить этот вечер. Изменились обстоятельства в городе, изменились правила. Татьяна Зорина пыталась в этом году договориться о проведении этого вечера, но все стало по-другому, и мы будем пытаться эту традицию восстановить в будущем году, мы не теряем надежды. А пока мы собираемся в клубе, и сопровождает наш вечер замечательный портрет работы Александра Тимофеева, Евгений Клячкин. Я считаю этот портрет одним из наиболее удачных. Нерв тут, характер. Этот портрет всегда Александр Георгиевич приносил на стрелку Васильевского острова, как вы помните. И он там был на наших вечерах. И начать сегодняшний вечер, он будет проходить примерно в том же формате, что проходили вечера на стрелке, в виде такого небольшого песенного марафона. Начать я попрошу Валентина Ивановича Вихарева, сотоварища Евгения Клячкина, написавшего об этом уходе в том же 94-м году. Пожалуйста. Женя Клячкин. Ну, в чем же здесь его вина? В годах купил костюм на вырост. У сердца родина одна. Там, где родился ты и вырос, оно рассудку вопреки не верит в эти перемены. Два берега одной реки, лишь сердце. Сердце неизменно. И небо вроде бы одно, и так же терпко пахнут травы. Так отчего щемит оно не понутру ему забавы? Ему бы спорить, не молчать, а кстись, ведь ты не малолетка. Бывает, правда, по ночам забьется перепелом в клетке. Душа до донышка пуста, и сердце точится паутиной. Любые райские места ему останутся чужбиной. Разрыв травой, родник зарос, водой живой не напиться, но сколько можно на износ. И перестала сердце биться. Это в 94-м году, 6 сентября, в год его ухода. Позже, 2004 год. В краях, где пророк Моисей читал иудеям скрижали, обрел он и кров, и друзей, а родины воздух едва ли. А что же в России моей? Уход его как пережили? Ему повезло на друзей. Не предали и не забыли. И прорастая вновь корнями в послевоенную годину,
Мы оставались с ним друзьями. Зачем он дом родной покинул? Поверил домыслам и слухам, расстался с родиной своей. Земля ему пусть будет пухом у палестинских лагерей. Век окаянный, что за нравы, царит и властвует наживо. Все прах и тлен, о, Боже правый, пусть наши песни будут живы. Щедра Россия на подарки, тем ощутимее урон. Его звезда одна из ярких в созвездии бардовских имен. Это было написано 15 марта 2004 года. И заканчиваю о нем. На Невском фрегате вымпел приспустим. Память напомнит нам о былом, сколько уж лет у растральной на спуске кляшки на Жене песни поем. Разве забудешь, как барды пели, сколько рождалось мелодий и слов? В те времена апрельской капели 60-х далеких годов. Парусник наш шелестит парусами, лишь капитана нет на борту, но память о нем живет вместе с нами, и годы забвения ее не сотрут. Жаль, что могила его на чужбине. В Невскую воду бросаем цветы. Женины песни живут и поныне. Что им до нашей людской суеты? Это было написано 30 апреля 2010 года. Спасибо, Женечка, что ты с нами была. Спасибо. Говоря о Клячкине, нельзя не вспомнить о его друге Леониде Абрамовиче Левине, который очень много сделал для того, чтобы песни Евгения Исааковича оставались, жили с нами. Он издавал книги, выпускал диски и поддерживал традицию вечеров на Стрелке 26 лет. Леонид Абрамович ушел от нас вот почти 2 года назад, но вот этот вечер памяти Евгения Клячкина для нас всегда связан с его именем. И сейчас я предлагаю вам посмотреть видео. 10 лет спустя после ухода Евгения Клячкина в 2004 году состоялась в Интерфаксе на Невском конференция, посвященная и творчеству Клячкина, и авторской песне города. И вот маленький-маленький фрагмент с участием Леонида Левина и Михаила Кане я предлагаю вашему вниманию. Там Леонид Левин рассказывает о традиции вечеров на Стрелке. Пожалуйста, видео. Имя Клячкина – это удивительное имя в бардовской истории. Это свой особый голос, голос петербуржца. И голос, который начинает все громче звучать, его популярность расширяется. И вот наша с вами задача, чтобы она была как можно шире. Не потому, что это имя, и потому, что мы как его уважаем. Потому что действительно это очень высокое слово. Это очень высокая планка, не только бардовской песни. Это творчество о нашем городе. Это выдающаяся личность, я считаю, Клячкин. И, однако, учитывая его скромность, учитывая то, что по разным причинам ему не давали широкого экрана, то, что он и Бродского переводил, и другую его житейскую занозистость, поэтому ему не давали широкой сцены. И тем более одним из мотивов было то, что это вот его отъезд был совершен именно во время упадка в нашей стране, когда началась перестройка, когда не ходили на концерты, когда совсем другие времена, когда людям нечем было есть просто питаться. Вот, много разных факторов. Сейчас все это изменилось, и именно популярность Клячкина очень широко у нас. Я надеюсь, что мы все вместе будем ее расширять, и тут имеется такие мнения с вашей помощью, с помощью средств массовой информации, мы сможем добиться, я думаю, в ближайшие годы, что будет проводиться фестиваль, всесоюзный фестиваль именно Клячкинской
внешности. Он этого не только заслуживает, он этого достоин. И, значит, это просто искусство обязано проявить себя и провести, вот, проводить такие фестивали памяти этого человека. Почему? Потому что этот человек очень высокой гражданственности. Его песни – это высшая культура, не только музыкальная. Кстати, в музыкальной культуре здесь присутствует Альфред Тарковский, вот, который тоже замечательный музыкант. Ну и вот он единственный, который может похвастаться, что иногда настраивал пячную гитару. Все дело при мне. Я тебе иногда раз настраивал гитару. Таким образом, дорогие друзья, я считаю, что сегодняшний вечер – это замечательная традиция. И именно она проявила лучшие черты вот наших горожан, которые сразу же откликнулись. Правда, немножко ошибки. Первый вечер проходил не 30-го, а 31-го. 30-го он погиб. Вот 31-го, то есть сразу инициативная группа, вот Михаил Кане, вот Наталья Куратова, вот сразу же обратились, вот и мы собрались вместе, решили обратились к Наталье Сидоровой и так далее. И значит, смогли публиковать тут весь эфир, очень много людей слушали. Вот что знаменательно, что регулярно вот в этот день 30-го числа приходят люди на следующий Селезгоострова. К сожалению, приходится долго получать разрешение в администрации, потому что это общественное мероприятие, это сейчас опасно, террористы и так далее. Но мы получаем эти разрешения, и они вечером проходят очень интересно. Люди интересуются и так далее. Так что память о Клячкине живет и должна расширяться. Спасибо. Если говорить о вершинах жанра, в каждом жанре есть такие заоблачные слышные вершины, то Первыми историческими вершинами жанра стали песни Евгения Клячкина на стихи его супруги. Вот отвечаю, как человек, всю жизнь посвятивший авторские песни, которые, ну, я знаю, извините, я знаю жанр. Первые вершины жанра – это были вот эти жанрные песни. И среди этих песен, песни на стихотворение Бродского «Ни страны, ни погоста», «Не хочу выбирать», но Василий Скорсков, «Я его забираю». Это песня Жени Клячкина, которую мы первый раз в 60-х годах услышали. Я сегодня ее слушаю, я не могу шансом поверить, что эта песня написана 4 десятилетия тому назад. Молодым совершенно мальчиком еще можно сказать. Потрясающе слушать. Поэтому, конечно, Новосибирск. К сожалению, мне не удалось найти видео исполнения Евгения Исааковича этой песни, о которой говорит Михаил Кане. Но мы посмотрим сейчас фрагмент другой песни на стихи Иосифа Бродского. И Евгений Исаакович там скажет о своем отношении к этому поэту. Пожалуйста, видео. Совершенно особые отношения у меня сложились со стихами Иосифа Александровича Бродского. Сейчас уже в окончательно зрелом возрасте можно твердо сказать, что это главный поэт в моей жизни. Вот на протяжении уже десятилетий его стихи дают мне почву для размышлений, основания для того, чтобы написать музыку. А началось все очень забавно. Я помню хорошо этот эпизод, канун 7 ноября 61 года, канун праздника, мы ждем гостей у себя дома. Я думаю, удивить своего брата родного, какой такой напорной песни. Вот вроде под этот напор очень подходит стихотворение Бродского «Пилигримы». Вообще очень забавно получается, когда стихи, а потом написанная музыка, песня, ведут тебя за собой и диктуют больше, чем ты собирался в это дело вложить. Вот это был тот самый случай. С этой вот легкости началось очень серьезное отношение к этому поэту. Вот, а песня оказалась гораздо более серьезной, чем я это собирался сделать. «Пилигримы». Мимо ристалищ капищ, мимо храмов и баров, мимо роскошных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы идут по земле пилигримы. Увечно они горбаты, голодны, полуодеты,
Глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды дрожат над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога, и значит, остались только иллюзия и дорога. Сегодня мы еще услышим песню Евгения Клячкина на стихи Бродского, а сейчас я хочу пригласить на сцену Елену Лобусову с менее известными двумя песнями Евгения Исааковича, которые тоже очень интересны, хотя звучат редко. Леночка объявит их сама. Первая песня на мелодию Анджея Джакусковского «Подарок». Спектакля Эдварда Радзинского «Снимается кино». Маленький вальс. Спасибо большое, Лена.
Я приглашаю на сцену следующего исполнителя. Это Олег Лебедев. Помогать ему будет Игорь Яковлев. Пока настраиваются исполнители, я вам хочу сказать, что на входе в зал есть книги и диски и Евгения Клячкина, и переизданная книга Михаила Кане о Евгении Клячкине. Еще раз добрый вечер. Хочу вспомнить, не могу никак, сейчас пытался здесь с коллегами поговорить. Вот Евгений Клячкин. Мы каждый год у растральных колонн выступали, собиралась масса народу, в любую погоду, дождь, ненастье. И, конечно, это благодаря во многом, наверное, спонсору Левину, который постоянно там присутствовал, навел эти мероприятия, потом всех угощал. Народу было всегда примерно под сотню людей. И хорошо, что, конечно, клуб «Восток» все-таки эту продолжает традицию. Тем более, наверное, сейчас уже не так просто туда пробиться, да? Да, мы об этом говорили в начале. Да. Но мы будем пытаться. Две девочки, две дочки, два сияния, два призрачных, два трепетных крыла. В награду, а скорее в оправдание, судьба мне непутёму дала. Лечу-лечу чужою болью мучаясь, над красотой и скверною земной, уверенный, что не случится худшее. А если и случится не со мной, и не вдомек летящему, парящему, какая сила держит на лету. И только увидав крыло горящее, ты чуешь под собою пустоту и падаешь, закидывая голову над всей землей, над всей землей один. И бесполезно машут руки голые, и здесь уже не до чужой беды. Легко ли бить, что не тобою посеяно, не выдохнуто с мукою вдвоем? И как легко бороться за спасение, когда это спасение не твое? Эй, кто-нибудь от самого, от страшного, спаси шутя, как я тебя спасал. Верни мне это крылышко прозрачное, чтобы я его опять не замечал. Верни мне это крылышко прозрачное, чтобы я его опять не замечал. Спасибо. Талант Клячкина был настолько многогранен. Он очень многое пережил в жизни. И вот эта песня «Две девочки» — это о потере маленькой дочери. Ей было год и два. И вот умение так сказать, чтобы слушатели почувствовали его боль как свою, это, конечно, великий талант. Ну, вторая песня, это, конечно, брендовая песня Клячкина. Я думаю, что если мне помогут, будет здорово, наверное.
Не гляди назад, не гляди, просто имена перестанут. Спят твои глаза, спят пусты. Ты не для меня их оставь. Перевесь подальше ключи, а ты поменяй, поменяй. А теперь подольше молчи. Это для меня. Мне-то все равно, все равно. Я уговорил сам себя, будто все за нас решено, будто все ворует судьба. Только ты не веришь в судьбу, значит, просто выброси вещи. Я к тебе в окошко выйду, а теперь молчи. Подальше ключи, адрес мне поменяй, а теперь подольше молчи, это для меня. Благодарю вас, спасибо большое. Написано на мелодию не свою, а мелодию Михаила Зива из спектакля театра Комиссаржевской. Спасибо большое. Это были Олег Лебедев и Игорь Яковлев. А я приглашаю на сцену дуэт, который мы уже на этой сцене не раз слышали. Юлия Сивакова и Ольга Васильева. Мы услышим еще одну песню Евгения Клячкина на стихи Иосифа Бродского. «Романс черта». И вторую песню Юлия и Оля споют «Валаам». То есть вот мы сегодня услышим и композиторские песни Евгения Клячкина, и песни на свои стихи, которые не менее прекрасны. Лучшее описание природы и красоты. Итак, мы еще раз встречаем Юлия Сивакова и Ольга Васильева. Сейчас мы убедимся, что у нас гитара есть. Прекрасно. 60-е годы. Поэма Бродского «Шествие». Множество разных героев. И один из них — черт. Романс черта. Новобранцы, новобранцы, новобранцы. Ожидается изысканная драка. Принимайте новоявленного братца, короля и помазанника из мрака. Вот я снова перед вами одинокой, беспокойный уродец. Тот же самый черно-белый длинноногой, одинокий и рогатый полководец. Перед веком, перед веком, перед Богом, перед Господом глупеющим под старость, перед боем в этом городе убогом. Помолитесь, чтобы что-нибудь осталось. Все, что брошено, оставлено, забыто. Все, что больше не воротится обратно, возвращается в беспомощную битву, в удивительную битву за утраты. Фонарики, фонарики ручные, словно лампочки на уличных витринах. Наши страсти и страдания ночные, этой плоти пространство поединок. Так прислушивайся к уличному вою, возникающему сызнова из детства. Это к мертвому торопится живое, совершается немыслимое бегство. Что-то снова затевается на свете, это рядом раздвигаются кровати, пробуждаются солдаты после смерти, просыпаются любовники в объятиях, и по новой зачинаются младенцы, и поют перед рассветом саксофоны, и торопятся, торопятся одеться новобранцы, новобранцы, солдафоны. Как вам нравится ваш новый полководец? Как мне нравится построенный народец? Как мне
нравятся покойники, дети, саксофоны, ударник на рассвете. Потому что в этом городе убогом, где отправят нас на похороны века, кроме страха перед дьяволом и Богом, существует что-то выше человека. Браво! Вот Бродский все-таки, да, вот столько слов написал, хоть поставь, все равно что-нибудь забудешь. Ужас просто. Ну ладно. Мы сейчас отдохнем на прекрасном Валааме, где запомнить можно практически все, кроме припева. Ну ладно, с Божьей помощью. Барашки на земле, воде и в небе. Белый пароход у скал на сером фоне тянется, зевая, и висят деревья между водой и небом. Детская картинка из далекой сказки тут же оживает. Бим-бом, тянется звон между водой и облаками. Дин-дон, чей это звон? Что-то в воде отвечает камень. Ничего не знаю, ничего не помню, ничего не надо, не было потерь и нет приобретений. Только что рожденным незнакома радость, но и боль, конечно, тоже незнакома. Мы всему поверим. Бим-бам, сам-балам, дно прогибая, поднялся грузно. Дин-дон, да, это он. Слышен, как дышит мохнатой грудью. Волосы деревья на груди могучий, ветерок бегучий в скалах поет, играет, и затихнет разом. Каменные брови сведены сурово, а в тяжелых скулах прячется улыбка. Нет суровых сказок. Дин-дон, в нас этот звон. Только бы он не прекращался. Бим-бам, да, это нам вместо последнего прощанья. Дин-дон, только не стон, звон уходящий нам на счастье. Один дом, закон, бим, грустим, бом, потом. Главное же последний аккорд, правда? Спасибо. Юлия Сивакова и Ольга Васильева. А на сцену я приглашаю Сергея Левинсона. И мы услышим песню Евгения Клячкина на стихи Анны Ахматовой о нашем городе. Первая песня из очень ранних его песен. «Сказка» на стихи Нонны Слепаковой. За синюю-синюю речкой, где вольно весенним закатом медведи нашли человечка в подарок своим медвежатам. И был он в оранжевых брюках, и выглядел новым и гордым. В
него благодарно похрюков уткнулись пушистые морды, играли в него и местами сошла с него краска под осень. Медведи меж тем подрастали, игрушки пора было бросить. Нередко и дяди, и тети бросали ребятам словечко: когда ж наконец подрастете, играете все в человечка. И был позабыт человечек, заброшен медведями вскоре. Его неширокие плечи совсем полиняли от горя. Медведи читать начинали букварь, а потом и задачник. Лежал человечек в чулане, ужасный он был неудачник. Вторая песня на стихи Анны Ахматовой. Годовщину последнюю празднуй, и пойми, что сегодня точь-в-точь нашей первой зимы той алмазной повторяется снежная ночь. Порвалит из-под царских конюшен погружается мойка во тьму. Свет луны как нарочно притушен, и куда мы идем, не пойму. Свет луны как нарочно притушен, и куда мы идем, не пойму. В снежных айсбергах Марсово поле, и лебяжье лежит в хрусталях, чья с моею сравняется доля, если в сердце веселий страх. И трепещет, как нежная птица, голос твой у меня над плечом. И внезапным согретый лучом снежный прах так тепло серебрится. И внезапным согретый лучом снежный прах так тепло серебрится. Годовщину последнюю празднуй, и пойми, что сегодня точь-в-точь нашей первой зимы той алмазной повторяется снежная ночь. Порвалит из-под царских конюшен погружается мойка во тьму. Свет луны как нарочно притушен, и куда мы идем, не пойму. Свет луны как нарочно притушен, и куда мы идем, не пойму. Спасибо большое, это был Сергей Левинсон. Я приглашаю на сцену Татьяну Кутепову. Евгений Клячкин уехал в Израиль в апреле 90-го года, ушел из жизни 30 июля 1994 года, и за эти 4 года написал довольно много песен, пронизанных болью, тяжелого вживания в новую жизнь, в новые условия. И одна из его последних песен, собственно, предпоследняя, это песня «Холмы», которую мы сейчас услышим. Татьяна Кутепова. Смотрю, как складывалась жизнь, и в то же время вычиталась, а все казалось, все считалось. Что мы проходим рубежи, и льют молочный свет шары из той доверчивой прекрасной, теплом наполненной ясной, светящейся моей поры.
остановилась, остановилась тяжелее. Но нас кого зовем мы? На самом деле так немного, и не для всех лежит дорога. Мимо долин, через холмы, и хоть в спасительный покой, срывая путы, рвется тело. Но как бы тело не хотел, ему дороги нет такой, к чему ты не приговорен, к забвению или к посмертной славе. Но одинаковая трава, несчастный мозг твой напоен. Прости же, мой далекий брат, совсем к чему ты так стремился, любви и славы не добился, и денег нет. Так будь же рад, что не один. Такой явился ты на свете, чем тяжелее, тем дальше светит твой гордый путь, мой господин. Встают холмы из новых лет, они не выглядят иначе. И та же самая задача преодолеть и всех затей. Ведь как прекрасен мир окольный, но мы ползем туда, где больно, через себя, через детей. А в сущности все тот же путь. В любой стране мы выбираем и равномерно вымираем, не доползя куда-нибудь. В трех нотах музыка плывет, в полоне охватывая тему, и выясняется, что телу достаточно и этих ног, достаточно и этих ног. Такая была у Евгения Клячкина итоговая песня «Горечь, мудрость». Но все-таки мы послушаем его ранние песни. Я приглашаю на сцену Александра Соломонова, нашего гостя из Гамбурга. Пожалуйста, Саша. Несколько ранних песен. Песня об утреннем городе, Псков и «Элегия» на стихи Александра Городницкого, которому Александр Соломонов сейчас очень часто аккомпанирует на концертах. Такие есть, да. Итак, песенка об утреннем городе. Этот город, он на вид угрюм, краски севера полутона. Этот город, он тяжелодум, реки в камень он забит. А сейчас дождями перемы, пряча лужицы в своей тени, розовеет на Неве гранит, и дома стоят совсем одни, и дома стоят совсем одни. Птичий гомон будет лететь.
Рассказывает так. Мы ехали с Женей на концерт куда-то, в поезде, в купе. И я ему прочитал стихотворение. Он говорит: «Саня, отдай мне это стихотворение. Ты опять испортишь какой-нибудь примитивной своей мелодией». И мы в последнее время, Александр Борисович часто ее поет, а я ему тихонечко подпеваю. Сентябрь сколачивает стаи, и первый лист звенит у ног. Извечна истина простая: свободен, значит, одинок. Мечтая о свободе годы, не замечаем мы того, что нашей собственной свободы боимся более всего. И на растерянные лица, куда нам жизни деть свои, крылом спасительным ложится власть государства и семьи. В углу заснятые иконы, вся в паутине пустота. Свободен, значит, вне закона, как эта истина проста. Входная дверь гремит, как выстрел, в моем пустеющем дому. Так жить нам вместе, словно лист, а падать вниз по одному.
Так жить нам вместе, словно листья, а падать вниз по одному. Спасибо большое. Это был Александр Соломонов. А вечер я хочу закончить видео. Давайте послушаем еще раз в исполнении автора Евгения Клячкина одну из его замечательных песен «Мокрый вальс». Как писал Евгений Клячкин, живы, покуда любимы, и вот наши ушедшие авторы живы, мы любим их и слушаем. «Мокрый вальс». Прочны двери у страны доверия для того, кто верит только в замки. Значит, неизбежно гасит нашу нежность, нашу нежность, тяжесть чьей-то руки, что нас больше учит время или случай, вряд ли важно, если даже поймешь. Но когда нас давит сон, страшнее яви, выйди ночью под мерцающий дождь. Все надежды, слышишь, он тебе надышит. Дождь бессонный, шелестящий в ночи, плеск оваций в зале или губ касание можно в нем различить. И пока над нами голубое пламя неизвестной нас хранящей звезды, будет, как и прежде, сердце греть надежда, унося нас далеко от беды. Сегодняшний вечер закончим. Я хочу сказать, что в такое тяжелое время нам греют надежды сердца вот такие песни, как песни Евгения Клячкина. Будем их слушать, будем их помнить, будем благодарны ушедшим нашим бардам. Светлая память всем ушедшим и здоровья всем живущим. Спасибо вам, пришедшим.